Спонсор видео – магазин цифровых товаров zakazaka.com. Лучшие цены на компьютерные игры и не только. Гарантия 100% и моментальная доставка. А также ежедневная раздача дорогих игр и конкурсы. ZakaZaka. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие зрители, новый выпуск по Clash Royale, и я возвращаюсь в Global. Теперь будет много онлайн атак, они будут часто, будет много колод. Я в этом сезоне должен взять 5500, постараться, по крайней мере. Осталось 12 дней, значит, сейчас у меня цель дойти до 5200, естественно, не в этом ролике, но кубки надо поднять. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. На колокольчик это очень важно нажать, ребята. Очень много людей пропускают мои стримы. Приходят и пишут мне, когда будет стрим там по КС, когда будет стрим по роялю. А он проходил, он был, а не каждый день стримы. Он говорит, что я вот пропустил, потому что уведомление YouTube не прислал. Поэтому на колокольчик нажать очень важно, если следите за моим каналом активно. Вот, ну и собственно теперь переходим к колоде. Колода, ребята, вот такая вот. Я очень люблю голема, поэтому у меня много колод с голема, вот такие вот варианты. Начнем вот с этой деки, и я хочу еще поиграть, ну, вспомнить старую добрую деку Три мушкетера Spellbait. Есть дека с големом, есть гигантом. С гигантом более поуниверсальней. Ну, поехали, посмотрим, что получится. Не знаю, глобал это такая вещь, ну, блин, реально интересно. В глобале мне нравится играть, поэтому у меня сейчас прокачка позволяет менять колоды, поэтому я буду показывать много дек. Итак, Големус у нас есть в начале поединка, но у нас нету сборщика. А у нас колода со сборщиком, поэтому что мы делаем? Мы крутим деку, выбрасываем Мега Миньона. Кстати, эта колода, что у меня, это старая дека с Пойзеном, которая была. Дровосек, Ночная Ведьма, Пойзен. Вот. Но здесь, походу, вместо Пойзена Торнадо. Да. Так, что это может быть? Скорее всего, это Три Мушкетера с Шахтером. Давайте попробуем словить Шахтера. Ага, даже так. А, вот так вот даже, да? Ну, давайте попробуем уничтожить самое главное принца. Естественно, это минус башня. К гадалке не ходи. А, еще и Poison. Бред. Так, быстренько гиганта уничтожаем. И переходим сейчас в контратаку. Готовим зап. Готовим зап. А, блин, да что ж такое? Хоть немножко урона нанесем. Так, немножко урон, да, нанесли. А, давайте ставим сборщик. Ага, значит, гигант, два принца. Неплохо. Уже минус башня. Так, ну что у нас против двух принцев? В принципе, можно будет атаковать голема. Ну, блин, не знаю, трудно будет. Очень будет трудно. Он еще и на трешку решил. Так, ладно. Давайте попробуем с помощью торнадо как-то сюда принца переманить. Опа, хорошо, это чтобы ну, ведьму задействовать в дефе. Вот, а то просто так ведьму сливать неохота, друзья, неохота, да. Так, ну что, раз у нас парень такой, ну, поверил в себя, да, такой настырный, на трешку пойдет, мы тоже пойдем на левую сторону, дабы защищать. Да, он-то пойдет на трешку только через две короны. Окей. Окей. Зап. Зап. Дровосекс. А, тут ночная ведьма. Зашибись. Poison. Окей. У меня там слева, смотрите, какая атака идет. Сейчас мы там запнем, и все у нас будет хорошо. Отлично. Так, у него еще стрелы. Мы снесли ему одну башню. Сейчас должны снести вторую башню. А, ну, должны. А снесем или нет, я не знаю уже. Так. Ну, вроде все идет неплохо. Ха, трешка. Вот как получается, да? Вроде бы думал, что меня на трешку снесут, а получилось наоборот. Неплохо, неплохо. Давайте посмотрим на рекорд соперника. 5800 кубков. Да, это классно. Так, немножко завис экран. Поехали в бой. Опа, 12 уровень. Блин, немножко подлагивает AR-сервер, ребят. Я вот замечаю, и почему-то у меня постоянно лагает AR-сервер.
Хотя у меня обычные настройки, нормальный интернет вроде, ну как, ну... блин, арбалет. Так, хотя бы тычку. Так. Лучниц убить. И арбалет. Ах, как же больно. Больно. Так. Не лагай, пожалуйста. Пожалуйста, не лагай. Ну что, ставим еще один сборщик эликсира. Сейчас, по идее, будет еще один арбалет. Постараемся его уничтожить дровосеком. Ой-ой-ой-ой-ой, Тесла, остановись. Остановись, Тесла. Зап. Хорошо, отлично. Так. Еще чуть-чуть. Ага, смотрите. Здесь мегаминьон. Здесь мегаминьон. И сейчас еще один сборщик эликсира ставим. Давай, исчезай. Отлично. Все, отдаем ему... Наверное, отдаем башню слева. Да, все, я забиваю. Там он арбалет уже ставить не будет. Ставим голема. Ставим голема. И сейчас будем делать фулл атаку. Посмотрим, что получится. Ну, должно что-то получиться. Я надеюсь. Вот, просто с этой декой я против арбалета еще не играл. То есть, с принципами я был уверен, что я вынесу просто без шансов. То с этой декой посмотрим. Пошел у нас дровосекс. Так, здесь у нас мегаминьон. Сейчас будет у нас, скорее всего, фаербол. Блин, этого я и боялся. Ну, короче, билиберда получилась. Я не затащу. Ух ты! Жесть, просто жесть! Карл, как я мог так затупить? Плиз, давай, урон! Ну же, урон! Ну дайте урон. Капец. Не даст добить, друзья. Ну да, ты смотри, как поставил скелетиков, так хорошо, что их... Отличная игра, отличная. Если бы не БМ в конце от соперника, блин, реально респект ему. Но так как он забэмил меня, пошел он в жопу. Блин. Я не ожидал, что мы слева так много нанесем урона. Я направо все подкидывал. Не сложилось немножко. Ну ничего, бывает, что. Сейчас притремся. А, я же еще хотел сыграть колодой с гигантом. Давайте выбросим дровосекса. Ага, рыцарь. Рыцаря что-то в последнее время я вообще не замечаю. Его пофиксили. Походу, три мушкетера. Давайте попробуем... Попробуем колоду прокрутить. Готовим зап. Блин. Потратил зап. И он выбросил орду мух. Так. Ну да, это три мушкетера. Ага, смотрите, как я по эликсиру проигрываю. Неплохо, да? Так, мне надо 9 элика. И мы сделаем вот такую вот фичу. Смотрите. Сейчас будем делать вот так. Опача. И главное, здание активировано. Так, но по сборщикам, конечно, я проигрываю. И, наверное, он сейчас будет крутить еще до одного сборщика. Ну, давайте, мы тоже будем крутить. Будем крутить, а чё? Чё нам? Зап. О боже, я не ожидал, что он сейчас трех мушкетера выкинет, друзья. Зачем он так сделал? Ну я ведь не ожидал. Ладно, пропускаем. Немножко пропускаем. И ставим еще один сборщик. Я думал, он будет крутиться до второго сборщика. Так, ребятки. Мне надо сейчас на трешку выигрывать его. Надо тащить на трешку его как-то. Ну, поехали, попробуем. Надеюсь, сам на трешку не проиграю. Так, ставим голема. Ах...
Окей, зап. Блин. Так, ладно. Так, торнадо. Дровосек. Зап. Да взрывайся уже, голем, еще раз. Так. Мегаминьон. 600 хп осталось. Должен победить. У него, в принципе, нечем добивать мою башню. Хорошая игра, говорит мне соперник. Слушайте, а я с ними не поспорю. Вот хорошая. Ай, почти трешка. Ну вот, как-то так, ребят. Фух. Честно, глобал не очень легко играть в последнее время. Надо какую-то колоду выбрать и вот к ней реально привыкнуть. Слушайте, ну давайте еще одну каточку с гигантом. Вот, можно было бы, конечно, оставить на следующий выпуск эту деку, но я хочу попробовать. Не знаю, что получится, понеслась. Так, давайте поставим сборщик. Так, копейщика пропускаем. Я так и знал, что будет либо шахтер, либо хок. Это мортира. Ну, по сути, я могу контрить эту колоду. Так, давайте попробуем зайти вот такой вот декой связкой. Блин, капец, мортира на деф. Как он так предугадал? Так, неплохо. Ставим сборщик. По идее, у него нету там тяжелых спылов, ракеты фаера. Но, может быть, ракета и есть. Я знаю такие колоды. Ага, вот. Слушайте. А что если вот так? Не знаю, давай зап, и я еще пойду вот так. Да ну, это смешно. Такая изи победа, не может быть. Рили. Ну, это не изи победа, это изи минус вышка. Окей, так, хок. Он зап тратил, поэтому легко контрим хога. Хок всего лишь одну тычку делает. Так. Ну что, поставим сборщик эликсира, наверное. Ставим сборщик эликсира. Так, и ждем. Ждем, ждем, ждем. Ракета. Остается у нас 10 секунд. Можно, конечно, сейчас снова гигант плюс мухи, орда. Но я не рискну пока что. Значит, я сделаю вот так. Сделаю вот так. И буду атаковать справа. Интересная мортира, которая не достает до вышки. Так, гигант. Ага. Блин, бревна не хватает. Тихо. Живи, 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 мушкетер, живи. Зап. Мы тоже зап имеем использовать. Так. Слабый соперник. Блин, вышку не добили. Нечестно. Походу, минус башня у меня справа. Я не ожидал, что мы вышку не добьем. Я поспешил. Ладно. Ладно. Это смешно, на самом деле. Ах, ты ж сучка. Я забыл, что у тебя ракета. Вот ты говнюк. Вот говнюк. Так. Так, хорошо. Гигант, тычку. Одну тычку от тебя надо всего лишь. Плиз. Тычку, сучка. Я не хочу проигрывать. Так. Зап. Давай, гоблины, давай. Господи, как это было плотно. Фух. Немножко пролагало в конце. Что ж так плотно-то было, а? 5500 у него рекорд. Друзья, короче, Global это реально целая жизнь. То есть тут надо, блин, не знаю,
Тут надо этим жить и играть каждый день, и понимать, какие колоды встречаются, и знать, каких дефать. Короче, много мне еще предстоит, но 5200 не за горами, осталось 150 кубков. Приходите на стриме, возможно, там продолжу, заодно запилим видос сразу. И подписывайтесь на канал, будет еще много чего интересного, ребят. Я желаю вам удачи, хорошего вам всем настроения. До новых встреч, скоро встретимся. И пока.